По прогнозу Juniper Research, в 2023 году в использовании будет 8 миллиардов устройств с голосовыми помощниками. Новое исследование, проведенное специалистами аналитической компании Juniper Research, позволило им спрогнозировать, что к 2023 году в мире будет использоваться 8 миллиардов устройств с цифровыми голосовыми помощниками. Для сравнения, по предварительной оценке, показатель 2018 года – 2,5 миллиарда. Благодаря интеграции сервисов Google Assistant и Siri на уровне системы, смартфоны будут крупнейшей платформой для доступа к голосовым помощникам. Однако быстрее них в течение ближайших 5 лет, по мнению аналитиков Juniper, будут расти сегменты умных телевизоров, умных колонок и носимых электронных устройств. Ожидается, что среднегодовой рост в этих сегментах составит 121,3%, 41,3% и 40,2% соответственно. Аналитики отмечают, что по мере увеличения спроса на мультиплатформенные решения количество независимых приложений, выпускаемых независимыми поставщиками, будет сокращаться. Значительным исключением является Китай, где такие компании, как WeChat и Alibaba, предлагают умные колонки и собственные приложения, которые не являются частью операционной системы. Кстати, это исключение приведет к тому, что в ближайшие 5 лет 78% приложений голосовых помощников будет установлено в Китае.